Я русский военный, младшего звена, и для русских побед меня мать родила. Мне говорил наш министр Шойгу, что НАТО я рогам поставить могу. Он говорил, что задача фигня, что Киев возьмем мы легко за два дня. Поставим тут всех на колени, но нас разъебали здесь говно. Нас разъебали здесь говно. Лежим повсюду без рук, без ног. И удобряем поля весной. Мы, как обычный перегной, просто валяемся, тут завоняемся. Мне дают приказ взять Киев наконец, но ебут нас тут, как кадыровцы овец. А вчера я вообще охуел, например. Цыгане украли у нас БТР, нас сжигают коктейлями молот и стар, и какой-то бандеровец Байрактар. Мы не знаем вообще, как дорогу найти. Указатели пишут нам нахуй идти. И вроде бы все мы герои, но прям по ногам течет говно. Наш вид пашет везде в говно, в Сумах, в Чернигове нас говно. Вроде зашли в Херсон мы, но люди кричат, что мы говно. И в Мелитополе, и в Мариуполе. А я русский военный высшего звена, у меня 200 тысяч такого говна. Не мое это дело вести им счет, долбоебов таких нарожает еще. Только лучше бы я от ковида сдох, чтоб команды не слышать, я лучше поглох. Тут везде джевелины и ПВО превращают войска мои в говно. Нас разъебашили всех в говно, в Харькове, в Буче, прям в говно. Были великой мы армией, но знает теперь мир, что мы говно. Знают в Молдавии, знают и в Грузии. И скоро психанут, дружно нас выебут.